Мне еще хотелось бы объяснить один момент по поводу сервала. Я не рекомендую реально заводить сервала с детьми. То есть, ну, то, что вы видите у меня, во-первых, это исключительного характера. Он действительно очень мягкий, не у всех такой. И второе, это все происходит под пристальным, ну, как бы, наблюдением. И третий момент, не факт, что когда он повзрослеет, он будет также лояльно относиться к ребенку. Так что, если вы смотрите на все это, вам кажется, что это вот завел сервалу и тоже и все будет хорошо, не факт. Поэтому предупреждаю для непонятливых.